Приветствую! Сегодня я покажу один из способов, как установить сантехнический люк. Начинаем! Заказчик пожелал установить цельнометаллический люк, который имеет размеры 400 на 400 мм. Расширяем проем по люку, затем грунтуем. Ждем, пока грунтовка высохнет. При установке люка у нас остается пустота, которую необходимо заполнить. Заполнять пустоту полностью не нужно, так как необходим доступ к соединениям. Чтобы заполнить пустоту, мы режем кусок гипсокартона. Также необходимо снять паски. Затем отрезаем три куска гипсокартона для опорных планок. И необходимо все это хорошо пропитать грунтовкой. Склеиваем. И получаются вот такие вот опоры. После того, как они высохли, необходимо клеить кусок гипсокартона. И вот так это будет выглядеть в конечном итоге. Только с обоями уже интересней. Как видите, все очень легко и просто. С вами был Андрей Цой. До встречи в новых видео.